Под низом еще лед! Бля, что-то сейчас будет. А попробуй так потихонечку совсем так натяжечку. Ох ты нахуй! Ты меня сейчас этими глыбами убьешь просто. Так, Jeep Cherokee, небольшой обзор. Юрец, а расскажи, как ты давно занимаешься джип-триалом и как ты к этому пришел? Ну, практически сразу после покупки в 2014 году. Вот уже 7-й год. Джип-триалом, кроссрейдами. Jeep Grand Cherokee 4-го года. Мотор 4.7, V8. Сколько лошадей? 230 лошадей. 230. Блокировки заводские, ну они такие. А тут перед и зад блокировка? Перед зад заводской, но они такие слабо работающие. Ага. То есть, ну тут автоматически или принудилка включается? Автоматически блокируется. Ага. Колеса танцевать начинают. Ну не всегда. Сейчас на видео посмотрим. Что за колеса стоят, расскажи. Колеса. Какой диаметр? 16-е, 33-е. Высотой уже малость подъемная наполовину, требует замены. Спускать, травиться сейчас не будем, поедем на двух атмосферах. Ты как-то подвеску поднимал для этого? Да, подвеска лифтована на 5 сантиметров. 5 сантиметров. Ну так все тогда, сейчас тогда поедем, посмотрим, как ездит по снегу. Сегодня плюс 6, такая погода очень сырая. Размокшая земля, лужи и мокрый снег. Мне кажется, тебе надо серьезнее препятствия. Я сначала подумал, ты та лужа, но это вообще, короче, очень легко для этих колес. Ну да, давай что-нибудь дальше. Итак, тут небольшой уклончик, мокрый снег. Сейчас посмотрим, как почти на холостых будет ехать. А блокировочка-то не работает? Слышишь? А блокировочка-то не работает? О, заработало! Не сразу включились, но включились. Слышь, Юр, а у тебя как-то передок потом подключается? Я смотрю, что зад постоянно гребет, перед стоит, а потом уже начинает подключаться. Это так и должно быть?
Прикольно. Ну, оно быстрее должно, потому что старое уже, конечно. Так, ну, покруче теперь склон возьмем или как? Ну, да, ничего. Уже съехать. Ну, давай. Нормально накопал. Ну, диагоналочка. Вот ты сюда и попробуй заехать потом. Но тут надо будет ходом. Ну попробуй холостыми. Холостыми не заедет. Если он там шкребся. Тут уже, ребята, склон нормальный. Не знаю даже сколько градусов. Вообще, изи. О, вывеска нормальная. Прямо, прямо. Все, прямо давай. Да вообще легко. Чуть-чуть назад возьми. Хорош, хорош, хорош. Это просто. Ходом сразу. Ходом, да. Снежный подъем. Тут уже побольше градус наклона. Как обычно, жопа гребет, передок не успевает подключаться. Передок пока... О, подключился. Странно, почему он сразу не включается. Е-бой! Да, ну так давай. Это склон, это вообще склон. Не, Юрец! Это уже, бляха, сильно. Это уже сильно. Это только если ходом. Ух, бляха, провалился. Глубина такая. Ну. Уху. Стой, стой, стой! Нет, давай еще ходом. Ты колею набил? Только не копай. О! Короче, с ростом, ну, у меня даже, наверное, выше. Сильно. Какой-то склон серьезный. Дай-ка. Я посмотрю.
тут вроде штырей никаких нету. Вот такой нормальный подъемчик. Сейчас посмотрим. Вот так вот ездит на оффроуд. В туфельках, не то что я он. Дипломат. Передок включи. У тебя передок включен? А он сам. Он как-то не хочет сам включаться. Ну, ребятушки, тут вот местами очень даже глубокий есть снег. Где-то, видимо, намело. И вот будет очень интересно посмотреть, как заедет. Или не заедет. Не, ну сходу может и заедет. Но даю ставки, наверное, с первого раза он не заедет. А вот что-то... Но... туфлях. Итак, передок заработал, все хорошо. Пробуем. А, решил сходу сразу. О, блядь. Даже сходу, блядь. Даже сходу не хуй. Посмотрите только на эту колею. Перед не работает. Перед не работает. О, заработал. Йор, возьми прямо вот так вот спустись. А ты, у тебя скорость теряется. Прямо руль. Ты сначала по телефону поговори, а потом газуй.